В Доме культуры Станицы Григорьевской прошла выездная приемная администрации Северского района. Провела встречу первый заместитель главы района Марина Наумейко. В работе выездной комиссии приняли участие главный врач Северской центральной районной больницы Манолис Анаников и глава Григорьевского сельского поселения Сергей Ливенцев. Пришедших на прием жителей интересовали общие для всех вопросы – благоустройства, здравоохранения, электро-, газа и водоснабжения. На встрече обсуждали проблемы заключения договора с поставщиком электричества в фельдшерско-акушерском пункте и сокращение его работников, а также ремонт местного дома культуры. Сотрудники администрации ответили на все вопросы. Проблемы, озвученные на встрече, были взяты на контроль для дальнейшего решения. В Краснодарском краевом колледже культуры состоялось торжественное вручение дипломов 76 выпускникам колледжа. 28 из них – дипломы с отличием. Это результат 4 лет совместного труда педагогов и студентов. Церемония вручения дипломов прошла в торжественной и одновременно удивительной теплой атмосфере. Поддержать выпускников и разделить этот волнующий момент пришли родители и друзья, педагоги и студенты. Поздравляю вас, ребята, с успешным освоением программ и получением диплома о профессиональном образовании. Сегодня вы стали полноценными, полноправными членами яркого, творческого, динамически развивающегося сообщества под названием «Работники культуры Кубани». Желаем, ребята, доброй, хорошей, светлой дороги. Никогда не забывайте тех педагогов, с которыми вы начинали этот путь. Не забывайте свои стены своего колледжа. Всегда приходите, вы знаете, как мы рады видеть вас у нас теперь уже в гостях. А может быть, кто-то и вернется к нам работать. Будем очень рады. Вы самые лучшие! Выпускной вечер – событие радостное и грустное одновременно. Радостное, потому что в самостоятельную жизнь вступает новое поколение выпускников. А грустное – ребята прощаются с колледжем. Молодежный фестивальный формат, посвященный Дню молодежи России, прошел в поселке Афипском. Вечером на площади возле Дома культуры собралась не только молодежь, но еще совсем юное подрастающее поколение. Присутствующих ждали развлечения, сюрпризы, игровые программы и выступления творческих коллективов района. С поздравлениями выступила первый заместитель главы района Марина Наумейко. Из года в год наша молодежь достигает новых результатов, новых спортивных достижений, новых побед в интеллектуальных конкурсах. И от всей души разрешите мне поблагодарить наших ребят. Я думаю, вы поддержите аплодисментами всех тех, кто каждый год приносит в копилку добрых дел новые победы и результаты. Дорогие ребята, побед вам! Всегда будьте первыми, дерзайте, с праздником! Первый заместитель главы муниципалитета вручила благодарственные письма за большой вклад в реализацию молодежной политики на территории района, поддержку молодежных инициатив и активную жизненную позицию. В рамках фестиваля прошло торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Паспорт юным гражданам вручила начальник отдела миграции УФМС России Ирина Сайфудинова. Каждый юноша и девушка получили памятный подарок и теплые напутственные слова в свой адрес. Веселая музыка, хорошее настроение, зажигательные танцы царили здесь на протяжении всего вечера. Молодежь представляет будущее нашего государства. Проведение такого мероприятия, как фестивальный формат, показывает, что наша молодежь активная, целеустремленная и талантливая. В Северском районе продолжается череда юбилеев. Отметила 155-ю дату и станица Ставропольская Григорьевского сельского поселения. Праздничные гуляния объединили жителей и гостей станицы от мала до велика. Для детей работала площадка с аттракционами и батутами.
В этот юбилейный для станицы день звучало немало теплых слов в адрес станичников. В этот день хочу пожелать всем долгих лет жизни, доброго здоровья, бодрости, старшему поколению оставаться активными, делиться с молодыми своим богатым жизненным опытом. Ведь будущее есть там, где помнят своих предков, уважают старших, где на лучших традициях воспитывают своих детей. Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, радости и осуществления заветных планов. С праздником, дорогие земляки! Я хочу вас поздравить с этим знаменательным праздником, с этой знаменательной датой от имени главы муниципального образования Северский район Адама Шахметовича Джаима, от себя лично. Пожелать вам благополучия, пожелать, чтобы этот райский уголок всегда только радовал вас. Пусть всегда здесь будет только процветание, позитив. Здесь самые лучшие люди. Всем вам успехов, удачи, любви. С праздником вас, дорогие мои! В 2019 году свой юбилей отмечает и один из самых красивейших храмов Северского района – Свято-Троицкий храм в станице Ставропольская. Ему исполнилось 105 лет. Настоятель храма, отец Алексей, поздравил станичников с юбилеем. С праздником от всех! Помощи Божией, мира, благоденствия, долгоденствия на многое и благое лето! Поздравляю всех и помощи Божией желаю! На празднике не забыли о людях, которыми гордится станица. Благодарственными письмами наградили всех, кто вносит вклад в развитие Ставропольской. Продолжился праздник концертом. Настроение гостям и хозяевам станицы создавали творческие коллективы Григорьевского сельского поселения. Топ-спам. Иногда на мобильные приходит спам с парадоксальным предложением «защитить от спама». Для удаления своего имени из списка предлагается отправить СМС на один из коротких номеров. В результате этих манипуляций вы потеряете деньги. Это банальное мошенничество. Забег на гору Олимп собрал 635 атлетов со всего мира. Здесь возрождают маршрут древних греков, поднимавшихся на священную гору раз в год. По преданию, там обитал бог Зевс. Современные соревнования проходят в 16-й раз и включены в календарь старейших и самых престижных трасс мира Мигу Ран Скайранер. Олимп – высочайшая гора Греции. Дистанция ультрамарафона – 71 километр. Первое место среди мужчин взял испанец Альберт Эррера. Его время – 8 часов 44 минуты и 13 секунд. Я очень доволен своим результатом. Я ничего не ожидал. Ни выиграть, ни быть вторым, ни десятым. Я просто побежал. Старался изо всех сил. Среди женщин в ультрамарафоне победила Джо Мик из Великобритании. Ее время 12 часов 4 минуты и 24 секунды. Бег – моя страсть. Этот крутой подъем в гору и крутые спуски подтолкнули меня больше, чем где бы то ни было. На более короткой дистанции в 44 километра лидировал испанец Заид Аид Малек с результатом 4 часа 31 минута и 47 секунд. Среди женщин итальянка Элиза Деска. Она пробежала за 5 часов 14 минут и 16 секунд.